Новгородская цирковая студия «Каскад» стала победителем 6-го международного конкурса циркового и эстрадного искусства. Он недавно завершился в Абхазии. Участники студии уже вернулись домой и сегодня поделились впечатлениями от конкурса. За что мы любим цирк? В первую очередь за зрелищность и море эмоций. А еще за особое ощущение волшебства и праздника, которое не сравнить ни с чем. На базе школы номер 23 вот уже четверть века существует цирковая студия. Ее бессменный руководитель Леонид Афанасьевич Тимошенко. Название у коллектива говорящее – «Каскад». Каскад цирковых жанров ярких и запоминающихся, сложных и головокружительных. Швеция, Финляндия, Болгария, Италия, Объединенные Арабские Эмираты – это еще не полный список мест, где ребята покоряли публику. Вот и совсем недавно юные артисты вернулись с очередной победой. Приехали позавчера из Абхазии, где принимали участие тоже в международном фестивале «Солнечный круг». Приняло участие более 200 участников. Мы с программой выступали «Иллюзия». А это у нас девочка вначале показывала, как прекрасен наш мир. Мы открыли под музыку, как прекрасен наш мир. И это номер с цветами. Цветы прошли сюжетным номером. Не только как оригинальные фокусы, а отдельные. А мы показали весь этот 7-минутный номер, но они прошли как с цветами. Они даже перевоплощаются, исчезают, появляются. Свои жонглеры и фокусники, и акробаты, и эквилибристы. Настоящий артист должен уметь все, поэтому ребята зачастую работают сразу в нескольких жанрах. Алена Лебедчикова, к примеру, мастер иллюзии. В студию попала 4 года назад и абсолютно случайно. Спортзал школьный был на ремонте, мы переодевались в актовом зале, где как раз проходят занятия цирковой студии. И почему-то вот Леонид Афанасьевич пришел в школу и почему-то взял именно меня за руку, подвел к своему столу и сказал: «Сегодня у меня первая тренировка, приди, попробуй, посмотри, понравится, будешь заниматься». По-настоящему удивил номер с китайскими кольцами, которые поочередно соединялись и разъединялись. Мы лично проверили их, но никаких разрывов не обнаружили. Все честно было, вы что? Неужели мы государственное учреждение, никогда не обманываем никого. За внешней сценической простотой исполнения трюка кроются долгие часы репетиций. На подготовку одного номера, по словам Леонида Афанасьевича, уходит не меньше года. Сейчас ребята отдыхают на каникулах, а с осени вновь начнутся тренировки и новые выступления, фестивали и победы. Юлия Трыгина, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.